святої річниці незалежності нашої країни відомі миколаївці поділились спогадами про те, якими вони були у свої 25 років. Зворушлива та приголомшуючи відверта, талановита художниця Світлана Чебанова ще кілька років тому мала зовсім інше життя. Чим же захоплювалась художниця, допоки доля не повернула все на 180 градусів? Я хорошо помню, что это был год, в который я поступила в университет. Университет культуры, это рядом здесь, вот буквально через дорогу. И это было начало путешествия длиной в 3 года, потому что я поступала как бы на второй курс. И, ну, это было весело. Мне кажется, что вот ничего не осталось из того, что было тогда, потом сильно поменялось. За 10 лет сильно поменялось все, и я даже не помню, что это были за мечты. Ну, какие-то ближайшие цели, да, там, закончить учебу, там, может быть, поменять работу, потому что работа, которая у меня была тогда, я с ужасом ее вспоминаю, она была неинтересная, она делала мне нервы, и я каждое утро искала силы, чтобы пойти на нее. Слава Богу, все сейчас по-другому. Из тех 25 лет у меня осталась только моя Библия. Все остальное прошло. Поменялись люди, поменялись события. Мы с вами все пережили сумасшедшие, невероятные события и продолжаем переживать. И нас всех это изменило. Но и на личном уровне я понимаю, что все поменялось. Осталось только самое крепкое, самое сильное только осталось в жизни моей. Семья, самые близкие друзья и моя Библия.